Пошел. Всем привет. Оставь штиблет. А у меня в руках сегодня туалетная бумага и наклейка Gucci. Вот. Это называется, когда насрал две кучи. Шутка, конечно. Бумага, чтобы вытирать жопу, а наклейка, чтобы... Ну, Gucci жопой пользовались. Не по назначению. Я так посмотрел, зеленая. Думаю, может сюда наклеить. Вот, Gucci. Gucci. Вот такое название. Да, кот? Кот задом наперед. Ходит тут со мной. Капитан. Сегодня тема у нас, у меня с вами рассказ о том, что я купил на металлоломе у Надыся, точнее вчера. Вот представлено тут предмет, вот такой стол, ну вот такой стул вообще купил. Кот в стуле, цирковой кот. В общем, вот стул этот, потом остатки от этой, как бензопила называется, от бензопилы остатки, но здесь заводильной системы нету и шины нету с цепью, а так как бы вот вроде все, ну тут это валялось отдельно, крышка, но она у меня прикрутилась, пока я ее вез. В общем, вот такая вот. Потом я купил в этот же момент. Собственно, я туда попал, потому что мне позвонили, сказали, есть вот такие три штуки. Послушайте, звук какой. Все три звука разные. Прям разное, все разное вообще. Хотя они одинаковые. Три ароматизатора. Ну, судя по всему, это от тяжелого мотоцикла. От очень тяжелого. Они хорошие, красивые, чистенькие такие, потому что я их помыл. Вот. Они нажимаются слегка. Когда я проходил мимо, я увидел, валялся вот такой вот. Это кулачок называется, собственно. То, что вы называете контакты кулачками, ну, это только дурак может так выразиться. Вот это есть кулачок. А он еще с регулятором опережения зажигания вместе в сборе. Ну, это от каких-то там Жигулей. Думаю, поставить на мотоцикл, чтобы не бил по ногам. Ну, и также я проходил мимо и увидел вот такой прекрасный диск. Он меня поразил своей дыркой вот этой. Ну, вообще, дырка для мужчины — это такая вещь, которая может мужчину зачаровать. Вот, я был зачарован вот этой дыркой и поэтому купил этот диск. Диск на 14, производитель, он предназначен для Volkswagen Audi. Здесь вот есть такие вот, раз, такая вот, два и три. Это когда колпак такой хромированный или какой-то это нащелкивается. Ну, как вот в копейке в Жигулях, видели, наверное. Вот такая система. В общем, за вот эти предметы я отдал всего лишь 800 рублей. То есть стул, паяльная машина, бензопила, три ароматизатора, этот кулачок и вот этот диск от Volkswagen. За все 800 рублей. Ну а сейчас я с вами попробую запустить эту бензопилу и посмотреть, что же я купил вообще. Я не рассматриваю тот момент, зачем я это купил. Потому что я знаю без вас зачем. А вот что я купил, я хотел бы это вместе с вами. Это самое. Здесь нету фильтрующего элемента. Ну, он здесь нафиг и не нужен. Есть свеча, колпачок, вся фигня. Вот. Сейчас мы попробуем запустить ее. Для этого у меня есть желание и некоторые средства.
ну, такие как бензин и какой-нибудь крутильный инструмент, который будет крутить и, ну, заводить, так сказать. Сейчас я выкручу свечку, посмотрим, есть ли здесь искра. Свечка здесь какая-то хорошая. Потом мы узнаем, какая она со временем. Вот такая свечка. Свечка как свечка. Вот. Обычная свечка. Какая-то с названием, с каким-то. Я думаю, что это торч. От торча. Свечка от торча. Не от торчка, а от торча. Сейчас мы эту свечку вот здесь подсоединим быстренько. Вот сюда. Вот. К этому штуку. Вот сюда. Положим на массу и потеребонькаем вот эту штуку. Посмотрим, есть ли искра. Одеваю. Кручу и нет искры. А почему нет искры? Потому что я дурак. Потому что надо включить. Вот здесь выкл и вкл. Смотрите. Он и стоп. Вот этот надо наверх сделать. Вот. Вот видите, вот так он был, вот так. А теперь вот так. Смотрите. О, есть искра, смотрите. Искра вообще жик. Налить бензина либо сюда в карбюратор, вот в воздухан, либо сюда вот сюда. И всегда вариант будет один и тот же. Техника заведется. Это закон ядерной физики, ядромании, так сказать. Поэтому сейчас мы берем бензин. Вот он у меня здесь есть. Вот он тут, вот здесь, вот в канистре. Он разведен с маслом. С таким вот, с каким-то, ну, с любым двухтактным маслом он разведен в пропорции. Пропорция незамысловатая, 1 к 50. 1 к 25 это для ежей, 1 к 50 это для всей остальной сумасшедшей двухтактной техники. Я набираю, набрал и сюда заливаю. Вот, залил. Потом я еще раз набираю и вот сюда заливаю. Вот, смотрите, залил. Сейчас будет хорошо. Смотрите. Сейчас еще раз вам скажу. Это экспериментальный запуск, поэтому он обречен на неудачу. Так же, как приземление вот этой лунной станции, которая прекратила свое существование буквально сегодня, вот, на Луне. Ребят, ну, раз уж мы не такие неудачники, как этот Роскосмос там, или кто это, вот эта херь, которая там миллионы, миллиарды рублей могут просто бухнуть об поверхность Луны, вместо того, чтобы отдать эти деньги на лечение каких-то больных детей, я все равно запущу этот несчастный двигатель, потому что я думаю, что это дело чести. Возьму бензин, залью в бензобак. Смотрите, заливаю. Залил. Закрою пробку, предварительно одев перчатку на руку, потому что это один из критериев успешного запуска. Вот. Потом вот здесь пупочек есть, он называется праймер. Я его потеребонькаю, попробую закачать в карбюратор бензин, потому что там все, думаю, пересохло в этом карбюраторе. Вот. Слышите? Пошло, пошло, ребята. А, вот же тут. Смотрите, ребят, тут же есть штука. Вот здесь есть штука, а я забыл про штуку. Смотрите, вообще. Запустился. Вы видели? Он чуть не запустился. Но все же все равно все произошло, что
все то же самое, что с лунным модулем. Кстати, с вами был я. На коленях тут стоял, короче. Вот. Думал, что заведется. В общем, мы с котом решили взять щелевское масло. Такое. Знаете, как это? Есть же масло это для мотоциклистов. Как оно там называется? Святое масло. Матюль. Матюль. Он же святой для них. Ну и вот я вот тоже святого масла для этих, как для них, в общем, нахерачил сюда. Сейчас я бензин налью еще сюда чуть-чуть, немножко, вообще капельчику, будем повторять лунную посадку. Вот. Место. У меня тут вообще тут зрителей. Вот, вот он. Там пришли вон они вот. Кс-кс-кс-кс-кс. Черномазики всякие. Полон зал гостей. Вот. Сейчас снова включим свечку. Но это последняя попытка вообще-то, потому что мне уже прям уже надоело все. Интересно, знаете, система такая. Подсос вытаскиваешь и включается автоматически, включается зажигание. Видите? Вообще классно. Пук один. Обжения нету. Это вы мне лунную станцию приземлить, похерить. Это бензопилу с металлолома завести. Всем спасибо, всем пока. Уроды. Однозначно.